в Эстонии появляется все больше и больше так называемых IT-центров, где зарубежные компании открывают конторы и нанимают людей для обеспечения IT-решений глобально. Поэтому сейчас фирмы конкурируют за рабочих и предоставляют все лучшие и лучшие условия. Знания и умения в области IT позволяют взаимодействовать и в сфере технологий, и в сфере предпринимательства, а работников там сейчас не хватает. У нас очень много вакансий, потому что сейчас мы бурно развиваемся. Если говорить о том, каких именно людей мы ищем, то это люди, способные мыслить по-деловому. Это касается и аналитиков, и тестировщиков, и программистов. Для нас важно, чтобы человек хотел к нам прийти, умел сказать свое слово и быть вовлеченным в процесс.